вообще кинофестивальным движением наша академия и киноклуб занялся ровно 5 лет назад. Когда мы впервые вывели вот эти фильмы на большой экран, я видела слезы на глазах режиссеров. Потому что для них это был настоящий эмоциональный шок увидеть свое произведение, причем произведение, которое изначально готовилось для телевизионного эфира, то есть форматное кино, да, увидеть на большом экране. Я привез там несколько фильмов, да, какие-то из них мы посмотрим, какие-то мы не успеем посмотреть. Вот, значит, школа Марины Разбежкиной существует уже 7 лет, ну, то есть 7 выпусков. Значит, там в одном из первых выпусков училась, может быть, вы знаете, Валерия Гай-Германика. В моем фильме и во многих фильмах Разбежкиной и наших студентов нет закадрового текста, нет музыки, которая накладывается, а потом на монтаже, ничего этого нет. Наши герои не говорят в камеру, не дают интервью, да, то есть они просто проживают свою жизнь. И перед камерой они делают такие вещи, например, там какие-то, ну, выясняют отношения, например, дети там как-то выясняют, дерутся там или еще что-то, между собой отношения. То есть, и меня спрашивают, например, они что, не видят, что камера стоит? То есть они ведут себя так, как будто бы камеры нет. Там было две. Я не знал, которые нехорошие. И не стал пробовать. Позвал маму. А мама... Никто не пошел туда, потому что не хотел встретиться, как тетя Аня с медведем. Мне пришлось... Одну съел, это был хороший. А другую не стал есть, потому что она была плохая.